С великолепным выступлением на детском Евровидении поздравил Каракат Башанову президент страны Касым-Жомарт Токаев. Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место, написал глава государства на своей страничке в Твиттер. Юная исполнительница Каракат Башанова сразила членов жюри сильнейшим вокалом и незаурядным исполнением. Песню девочка посвятила отцу. Чувственное выступление Каракат покорило зрителей со всего мира.